E a tônica me namorou. Раз всем сердце не радует? Посмотрите, какое богатство! Какие скирды! Сколько хлеба взяли! Нет почтения, Галина Ермолаевна! Не узнаете? Как я могу вас не узнать, Гордей Гордеевич? Да вас версту узнаешь. Неужели я такой заметный? Усы у вас заметны. За что это вы не взлюбили меня, Галина Ермолаевна? С твоей судьбою пускай связать я не могла. Но я жила... Итоги соцсоревнований! Это смотр нашей самодеятельности, спортивных игр и конных состязаний. Желаю всем вам счастливой удачи, успехов, радости и веселья! Это что, твое звено, Даша? Да. Недавно снова вас хорошее. И дешевле мы с вами торгуем на ярмарке, председатель. А, слышишь, Гуди, послышу мне глупой. Обещаю покупателю, что он продает свои продукты, не составляющие в ярмарке, да, на 25%. Цены на ярмарке ломаете. Имейте в виду, товарищ ворон, что вы, дергач ваш, оба жилы. Мы жилы? Ага, жилы. Для меня вы одна из тысячи тысяч. Я люблю вас, Даша. Ой. Что с тобой, Гордей? Эх, Марко, ты ж помнишь, как я страдал до войны, как я мучился. И вот старая опять вернулась. А чем мне отвечает на сегодняшний день? Вот дядя Гордей. Это Николай. Так, значит, ты, Дашенька, решила из нашего колхоза выйти. Так ведь я же замуж выхожу, дядь Гордей. Это не замужество, а грабеж. Грабеж. Своих героев не добились, так вы, значит, за чужих хватаетесь. Но я вам свой колхоз шатать не позволю. Это дело политическое. Это дело их личное. Им же ответственна власть. Все равно я это дело так не оставлю. Я буду жаловаться. Ну, шутись я вас. Гордей Гордеевич. Думала, что вы переменились. А каким были, таким и остались. Прощайте.